Здание детского сада номер 51 в буквальном смысле начало трещать по швам. Глубокие щели повсюду. На стенах, потолках и на полу. Даже невооруженным глазом заметно, что грунт под детсадом проваливается. Руководство учреждения утверждает, что причина всему – недавние ливни и рыхлая почва в нижней части города. Возможно, грунт под зданием просел из-за проливных дождей, а в нашей местности почва слишком мягкая и хорошо впитывает влагу. Как только трещины стали появляться и расширяться, мы тут же вызвали спасательные службы города. Для нас безопасность детей превыше всего. Городские службы сразу же признали здание аварийным и эвакуировали 70 детей и воспитателей в соседний корпус. Здесь теперь содержится около 130 ребят. Официальную причину происшествия еще не установили. 13 июня 2016 года, примерно около часа дня, на пульт 112 департамента площади города Алматы поступило сообщение об образовании трещины на стенах детского садика номер 51. Прибывшие на месте сотрудники районного отдела ЧС подтвердили данную информацию. Образовались трещины на стенах первого этажа, причины устанавливаются. Этому детсаду уже полвека. Его построили еще в 1964 году. Капитальный ремонт проводили только раз, 4 года назад. Сейчас сотрудники сада в спешке выносят из аварийного здания мебель и технику. В ближайшее время подрядчик ТОО «СПнефть» начнет ремонтировать и сейсмоусилять учреждение. О сносе здания, по предварительным данным, речи пока не идет. Рамина Макаримова, Валерий Таубалдеев, телеканал «Алматы».